complaints. Alexander. I give her a word. Ivan. This work on complaints with the works. With the big machine or none of this. Ну покажи, что у тебя раскручивается. Покажи. Ну, Отвернулся и пол провалился. Хорошо, где до конца полоскался здесь. Пришлось всю разбирать. Вот эту, да? Вот эту. Вот это проводит же привод. Хорошо, пол туда не вылетел совсем, понимаешь? Если вылетел, как все было. Чтобы его завернуть, пришлось всю придумку, все снять, все полное объекты. Поставить его на место, он еще получится больше. У нас побольше, по-моему, двигатель поменьше, чем у нас. Есть две зоны для расположения посетителей. Вы сами видите такое пешкообразное помещение. Но, скорее всего, удобнее будет для начала расположиться справа. Там есть возможность присесть. Впоследствии можно будет находиться там, где вам удобно, потому что по распределению работы таким образом, чтобы удобно его смотреть. Так, вы же на стенку-то вот стали здорово все, конечно, да? Ну, да, народ не хочет в тюрьме, да? Ту зону там иначе. Еще получается. Да, вы не могли бы мне передать презентацию. Сегодня компания «Хускварна» в Москве проводит первый раз по России происходит первую демонстрацию своего шлифовального оборудования. Мы привезли сюда две существующих 5 моделей машин и демонстрировать будем, наверное, наиболее интересную из них. Это машина PG680, трехвальная машина. Я хочу представить вам моих коллег, которые специально приехали для того, чтобы помочь нам с демонстрацией. Это Колин Уоррен из Австралии, человек, который уже... 7 лет работает с этими машинами, то есть один из самых опытных и профессиональных людей. Его рабочие задачи в том числе входит демонстрация оборудования. Мы потом коснемся более подробно ситуации именно с конкретным данным поводом. И также из Швеции к нам приехал Андрес Эскилсон, отвечающий, региональный менеджер, отвечающий в том числе и за Россию. Short introduction of the machines and liquid tools and so on. So okay. The PG range we have. First, welcome. In the PG range, what we have here is one of our single head grinders. By that I mean it has only one rotating disc. То есть мы сюда привезли, вот Коля начинает именно с этого, что две машины, одна из которых стоит рядом со мной, PG-400, имеет один барабан, один вал. And then our planetary driver. И машина с планетарной системой, PG-680, которая имеет три вращающихся головки, три барабана. Okay. In that we have both the planetary rotating. Здесь вращается планетарная общая система и and also the individual. И индивидуально вращается каждый вал, каждый из трех валов. Now, what is unique about the PG planetary grinders? И уникальностью нашей системы планетарной системы на трехвальных машинах является is that the operator can control both rotation independently.
том, что пользователь может контролировать и управлять направлением вращения головок и планетарной системы, меняя их. In both speed and direction. Меняя и скорость вращения, и направление вращения. So the benefit of that for the operator is when you come to a floor such as this, which is more complicated or difficult to work with. Преимуществами подобного рода контроля и подобного рода изменений является то, что когда мы сталкиваемся, полы везде сами понимаете разные, предположим, с таким полом, как ну, сегодня вам представим, это один из сложных полов. Мы вчера специально приехали и попробовали, пол очень-очень мягкий, и соответственно мы были вынуждены применить особую тактику работы с конкретной поверхностью. So using both the speed and the direction independently allows you to tailor or adapt the machine to the surface you're working on. Таким образом, возможность изменения скорости вращения направления вращения помогут правильно подобрать оптимальный режим работы с конкретной поверхностью. То есть под каждую конкретную поверхность оператор может настроить машину. Это очень важно. Which also means that the application scope, range of the machine is much greater in that you can use it for heavy removal or preparation work or for lighter polishing or simple repair. Таким образом, машина может быть настроена на самые разные, на очень широкий спектр применений, от обработки и снятия старых поверхностей до шлифовки от этой стороны до полирования поверхности и выведения уже самых тончайших слоев. So the PG range perform best and designed and tailored toward the heavy application, the heavy removal preparation type of work. So taking away paint, epoxy, topical coating, and repairing or flattening a damaged floor. Таким образом, эти машины, с одной стороны, рассчитаны на снятие старых, как я уже говорил, только что поверхностей, предположим, краски, эпоксидных слоев, работы по восстановлению поврежденных поверхностей. Рассчитаны на использование алмазов. So we have two types of diamond tools. И на наших машинах мы используем два типа алмазных инструментов, алмазных расходников. We have our metal bond tools. Мы используем алмазные сегменты на металлической основе. And then the resin bond. И на резиновой основе. So the metal bond tools are used for the removal and cutting of the floor. Металлическая основа, сегмент металлической основы в основном рассчитаны на снятие и шлифовку. And the resin bond tools are used for honing and polishing the floor. И резиновые подушки рассчитаны уже на полирование на следующей стадии работы. As well as having two different types of tools, we also have a range of grit and bond. Внутри каждой линейки и металлических и резиновых инструментов мы имеем разновидности, имеющие разное зерно, ну, и отличающиеся в том числе и по цвету. Все они разного цвета. The bond in the metal tools, or first, by referring to grit, I refer to the size of the diamond in the tool. Они отличаются по классу размеру алмазов в сегменте. When referring to bond,
I'm referring to the metal that the diamond is encased in. What do you mean? So it's just the base. Yeah. So the bond, the metal is the bond. So. Ну и в данном случае металлическая основа – это основа, на которой расположен сегмент работы. The bond is what did, you use to determine the floor that you work on. A very soft floor, you would use a hard bond tool. Ну и, в общем-то, здесь вступает в силу наше золотое правило использования сегмента. Чем мягче материал, тем тверже должен быть, тем тверже должна быть связка, удерживающая алмазы в сегменте, для того, чтобы соответствовать абразивности среды. Потому что если вы используете мягкую связку, абразив кушает сегмент, и алмазы вылетают, не успев отработать. Ну, это, в общем, касается любого нашего алмазного инструмента, и коронок, и дисков, и всего остального. Здесь то же самое. Which means the metal around the tool will wear away much slower. Sorry, how would you do? Ah, good. Yeah. Did you do the? You would use a soft tool on it. Okay. The soft bond, so being in a softer metal, is used for a very hard floor. И наоборот, мы для более твердых полов. Просто твердых полов используем более мягкую связку с тем, чтобы сегмент не замыливался и чтобы абразивности среды хватало для того, чтобы скрывать новый слой алмазов после того, как работал предыдущий. There are six bonds in the metal tools. В металлических мы имеем шесть разновидностей металлических связок, металлических сегментов. And four grit sizes. И четыре размера зерна. But in addition to that, we also have, as you can see, double and single segments and triple. И также мы, если вы видите, у нас бывает на металлической основе либо один сегмент, либо два, либо три. The double segment or triple segment is for a soft floor. In that you have less pressure per individual tool segment when compared to having. И чем более мягкая поверхность, для уменьшения давления на поверхность, нам нужно увеличивать количество сегментов на основе. То есть чем в данном случае мы будем использовать двойной сегмент для того, чтобы давление на квадратный миллиметр поверхности было минимальным. Потому что она очень мягкая. Если мы будем использовать одинарный сегмент, мы провалимся сквозь поверхность, будет очень большое давление. So, as the operator, the correct tool choice you learn over time. Ну и, безусловно, для пользователя, для оператора необходимо время для того, чтобы он обрел опыт в выборе непосредственных конкретных сегментов для конкретной поверхности. So because every concrete slab or floor that you do will be different from the last. Потому что нет одинаковых поверхностей, каждая новая поверхность потребует индивидуального подхода. So your tool range you have in your toolbox gets quite big in making sure you have the right tool for the right job. Поэтому необходимо иметь достаточно широкую линейку алмазных инструментов, чтобы в каждой конкретной ситуации подобрать правильно. То есть не отделаться там двумя-тремя. То есть такого невозможно найти универсальные две-три там, не знаю, резиновые подушки или металлические сегменты для того, чтобы в любом полу вы смогли нормальный пол сделать. Придется все-таки вложиться в расходы. The reason we have so many tools is for economy, for the cost of the tool. И как ни странно, причиной такой широкой линейки является, в принципе, основной из причин является экономика. Потому что правильно подобный расходник, он
окажется наиболее дешевым применением, то есть неправильный быстро сработается, либо испортит пол, все-таки правильно подобный расходник будет иметь наибольшую жизнь. При работе с полами мы предлагаем три разновидности химических составов. The first we use is the GM 3000. Первый на пути использования мы предлагаем раствор под названием GM 3000. That is used under the machine when grouting to fill up all the small holes in a floor. То есть эта жидкость позволяет, вы видите, что мы специально оставляем немножко пыли, связать то, что получается после работы машины. Жидкость связывает это и заполняет все микротрещины и все поры, каверны, образовавшиеся в полу. Следующий тип жидкости – это гипрохард, жидкость, которая позволяет упрочнять поверхность. Which is used to уплотнять ее, harden the top 3 to 5 millimeters. И с помощью этой жидкости мы можем уплотнить, упрочнить примерно от 3 до 5 миллиметров внешнего слоя. Which is what allows us to be able to polish the floor. Опять-таки для того, чтобы впоследствии могли полировать эту уплотненную твердую поверхность. Yeah. This floor we are working with here is very soft. Значит, вчера, как я сказал, мы попробовали вот вчерашние наши следы, это мы сегодня уже сделали. Попробовали просто поверхность для того, чтобы определить, какой тип сегментов мы будем использовать и вообще, насколько этот пол мягок или твердый. Тверд, и выяснили, что это один из наиболее мягких полов. Здесь это практически вот такие чуть-чуть укрупненные фракции песка, и все, здесь нет наполнителя, машина буквально сразу проваливается, вязнет, то есть абразивность среды очень большая, поэтому мы приняли решение. And we have actually already used some hyperhard. Приняли решение и вчера использовали уплотнитель, для того, чтобы сегодня как бы уплотнитель впитался. Мы вчера, кстати, заметили, что очень здорово жидкость впиталась в пол, буквально впитывалась моментально. И сегодня мы как раз и получили эти примерно 3-5 миллиметров упрочненного слоя для того, чтобы достичь лучшего результата. Мы можем потом показать куски, которые мы не обработали, для сравнения с тем, что мы получили и что было. Здесь будет видно. So we have some spots where we use for them to differ. What we like that things. So the hyperhard is also very good for non-dusting of the concrete. И также эта жидкость хорошо осаживает пыль. Поверхность не так пыльна. So once a floor has been ground, you can use the hyperhard to close the pores of the floor so that it won't dust up. И вот, значит, после того, как мы отшлифовали пол, гиперхард также используется для уплотнения поверхности и прибивания пыли, заполнения всех пор, скажем, пола. Используем это гиперхард. Which is an impregnating seal. То есть, в принципе, это жидкость, использующаяся в самом конце для нанесения защитного слоя поверхности. So it does not sit on the surface of the concrete, so it cannot flake away or peel. It soaks in to the pores in the concrete and coating them to prevent staining of oil or other products. То есть данная жидкость используется в взаимодействии с верхним слоем стяжки, поверхности. Таким образом, она защищает пол от проникновения любых вредных жидкостей, там, типа масла или еще чего-либо. Which is very important in damp areas, that moisture can still pass through the concrete. Это важно в процессе нашей работы. Мы оставляем пол дышащим, открытым, Moisture. Even regardless of the hyperhard floor. Yeah. Yeah, the
So you mean that we remain with the boss? Yeah, the floor. Even after we put the hype on. Even once. So the floor will still breathe. То есть даже после нанесения защитной поверхности пол все равно является дышащим, пропускает влагу. Which is the problem when doing painted floor or epoxy, is that the floor cannot breathe, and that's what creates flaking or peeling away. То есть в данном случае преимущество является, дышащий пол является преимущественным по сравнению, скажем, с полом, на котором нанесена краска или эпоксидное покрытие, которое не дышит, не пропускает влагу. Съемников. Сейчас Колин покажет, насколько быстро и легко меняется инструмент на чашах. Мы используем здесь систему RadiLock. Которая позволяет руками ставить сегмент в слот и затем небольшим ударом молотка посадить его на место. Этого достаточно для того, чтобы сегмент не улетал и держался. Сейчас мы покажем. Давайте мы путем по рядам, для того, чтобы посмотрели пару секунд, чтобы посмотрели систему RadiLock, как она выглядит, вообще, что из себя представляет сегмент. Понятно, у нас сейчас Колин расскажет, поскольку он говорил о том, что есть очень широкая линейка инструментов, почему он на этот пол выбрал именно конкретные данные разновидность сегмента, почему он поставил двойные сегменты и почему он поставил полный комплект, потому что у нас есть тоже два разных варианта. So a full set of tools. Полный набор сегментов. Мы можем использовать либо 6 сегментов, либо 3. В данном случае мы поставили 6 сегментов. Ударять можно прямо по ним, да, самим сегментам. Не по железке, да, не по основанию, а прямо по сегменту. So you can also use a hammer just for the segment itself, because it still has a metal. Yeah. Дело в том, что здесь частично сегмент, частично металл. То есть вы практически молотком попадаете в металлическую основу. So you do not need to smash it? Yeah. То есть как бы действительно удары должны быть легкие. То есть нет задачи сломать, да, просто для того, чтобы было лучше. Because as the machine operates, it locks in. Ну, а центробежные силы при вращении, они еще больше садятся на место. Заклиниваются, да? Yeah. A full set will give a much flatter floor. Используя полный комплект, мы получим гораздо более ровную поверхность. Because it will cut away all of the lumps or high spots. Он позволит срезать все неровности. Whereas a half set will carry with the contours of the floor. A half set will carry over the high spots and into the low spots on the floor. Он чуть-чуть срезает вершинки. So, with a half set, it sits flat or sits level with the surface of the floor. Ага. То есть половинный набор, он больше будет повторять изгибы поверхности, больше идти по поверхности. А полный набор будет делать свое дело, то есть не следовать поверхность поверхностью, а срезать все подряд. Where a full set will cut away those high areas so that it can sit flat again, sit level with the floor. You did that, didn't you? Okay, great. So that will be more following the surface. That will do
what he needs to do, just cut everything. Okay. Yeah. So when doing removal work like glue or tile adhesive. То есть когда мы вынуждены снять сначала первоначально снять старый слой. When preparing to put down more tile or a carpet. Предположим, для того, чтобы впоследствии положить плитку или там ковровое покрытие. A half set will carry the floor and remove glue or adhesive out of all of the low areas in the floor. Значит, половинный набор снимет старую поверхность из более низких зон. So for preparation work, for removal work, a half set is a better choice. То есть таким образом для того, чтобы снимать старые поверхности, правильно будет поставить набор из трех сегментов для того, чтобы снять старый слой. However, a half set is also more aggressive because you have less tools under the machine. Ну и это более, скажем так, агрессивная работа, потому что то, что я вам говорил, здесь будет больше давления на поверхность. Ну, хорошее сравнение, скажем, ширина колес автомобиля. Чем шире колеса автомобиля, тем меньше давление на поверхность. Здесь то же самое. То есть в данном случае мы будем иметь более агрессивное давление. Okay. So in our case, we don't need to be very aggressive because the surface is so soft. Yes. We better choose the full set. The full set. То есть таким образом в нашем случае, поскольку у нас очень мягкая поверхность, нам не нужно слишком на нее давить, и мы используем полный набор и двойные сегменты, как мы уже говорили. И теперь по поводу зерна, которое мы используем. Почему мы используем именно этот тип? Yesterday we tested the floor with a 20 grit diamond. Вчера мы попробовали начали с 20-го зерна. And found the machine to be very aggressive into the floor. И поняли, что это чересчур агрессивно получилось у нас работа, чересчур машина начала закапываться. So we have moved to a 60 grit diamond. И решили перейти на 60-й сегмент. Сейчас поставили 60-й зерно. Which means it's a smaller diamond and less abrasive into the floor. Таким образом, это зерно меньшего размера, и оно не так зарезается, имеет меньшую агрессивность по отношению к поверхности. Менее агрессивность на нее. So with this floor, however, it is still quite an abrasive cut. We can see by how much we are removing. Вы видите, даже несмотря на то, что мы перешли на меньший размер зерна, по остаткам видно, как много мы снимаем за один проход. Все равно достаточно мягкая поверхность. Which makes the machine work harder into the floor. So it wants to grip and cut in. Ну, машина зарывается, поскольку ей легко достаточно работать, она вязнет. Which means as the operator, you need to be aware not to stay in the one spot. Это означает, что оператор машины должен понимать, что если он будет находиться чересчур долго на одном месте, он провалится. As the machine will actually want to stay in the one spot and потому что машина сама, ее желание как бы механическое, это как раз находиться на одном месте и зарываться. Сама себя зарывает. And you will, if the machine holds into the floor, you will end up. Если машину оставить на одном месте, how many seconds in this case, like? Two
enough to answer the phone or look at some legs that go past. Достаточно посмотреть на красивую девушку, оглянуться, и машина зароется. И показателем того, что машина простояла на одном месте слишком долго, вот шапка упала. Вот как будут такие следы от чашки, которая уже накрутила под себя. So there won't be any risk for you today because there is no signal and there is no legs. Exactly. То есть в данном случае мы как раз пришли в место, где явно не будет длинных длинноногих женщин и к тому же телефоны не берут, так что риск подвигается. Да ходят, ходят здесь. So as somebody already said. Заехала как раз. Then we organize homes. So as the machine is operating in the planetary this way. We will end up creating a donut in the floor. И поскольку машина, в смысле, поскольку еще есть планетарное вращение, у нас будет такой бублик на поверхности. Once you begin making a donut, the machine actually wants to cut in further because you then have a ridge or a lip